Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И это влог, как я поколола нос. Давайте расскажу вам все поподробнее. Я давно хотела проколоть нос, но мне не разрешали. Я, конечно, и сама еще сомневалась, стоит ли мне прокалывать нос, но пару дней назад я все-таки решила, что сделаю это. Уговорив своих родителей, я взяла маму под руку, и мы поехали в тату-салон. Ребят, я уже приехала в Димтаун. Сейчас будем искать тату-салон, чтобы узнать, смогут ли они мне проколоть нос. Мне страшно. Можно подойти и посмотреть в зеркало.
Можно приложить колечко, если ты понимаешь, каким образом я мерила, или тебе не понятно. Ладно. Но оно сядет, хорошо. Восьмерочка. Запомни, что это восьмерочка. Покажи мне на камеру. Нравится? Точечка а уже. Смотри в зеркало. То есть мы с тобой какое место выбрали? Чтобы здесь самый короткий был промежуточек, чтобы не очень большое кольцо было. И по форме, видишь, тоже он тебе входит в эту дугу. И красивенько на самом крыло сядет. Есть такие колечки. А он не будет поворачиваться. Может, так все придумаешь, что он именно сел на свое место и никуда потом сильно не телепался. То есть, чтобы он именно красиво сел. То есть, мы же для этого сюда пришли. Так просто так можно было и самому попытаться. Вот, то есть у тебя и кольцо красиво сядет, и вот эта плоская сережечка красивенько на крыло, то есть она тебе дополнительного объема создавать не будет. То есть формочка сохраняется. Слишком гиперболизируешься сейчас в голове, да? Я по глазам вижу. Просто сейчас будет перед зеркалом, когда кого-то страшно будет смотреть. Закрой глаза. Хорошо? Это твой дружочек. Он тебе делает лучше, легче, свободнее, не так больно. Я ловлю твое крыло носом. Чуть-чуть выгибаю его в нужную мне позицию. Оно очень у тебя мягенькое, ты можешь сейчас потрогать. То есть крыло у нас вообще в любую сторону может вернуться. Это не больно. Так что вы слышите. Ничего не сломаем там, если ты об этом. Я поймаю твое крыло нос. Я его зажму. Почему зажму? Во-первых, чтобы у меня оно никуда не двинулось, чтобы ровно в точке были. Во-вторых, я когда зажму его, оно вокруг места прокола все перевернуло. Соответственно, и сосудики, и нервное окончание, и ты не будешь сильно чувствовать момент прокола, то есть ты будешь давление чувствовать от зажима. Боль, типа боль просто от зажима? От зажима, как будто тебя зажали сильно. То есть ты не будешь чувствовать, как будто у тебя там кто-то значит иглой, да? Ты будешь чувствовать давление. Давление. Неприятно немножко. Здесь очень много нервных окончаний во время прокола. То есть тебя могут какие-то щекотки по лицу, слезки могут пойти. Ты это не контролируешь, это рефлекс. То есть это реакция на раздражение носа. То есть это нормально. Ты даже можешь этого не хотеть, просто может такое быть. То есть не купайся, слезки это у всех, кто прокалывает нос и слезки. Смотри, значит, что происходит? Я установила твой нос. Вот уже зафиксировала. Во второй ручке у меня же голоска. И она будет очень близко сюда близко. Буквально прям возле твоих глазок, поэтому ты глазки закрываешь, чтобы я не щекотила тебе реснички, чтобы ты не выпадал, постоянно не делала от этого. Потому что мне нужно, чтобы ты ровно сидела. Мы делаем ровно, красивый проход. Хорошо? Я вот словила эту носик, я его уже не отпускаю, так и делаю ровно. Совсем не отпущу. Зафиксировалась, ты меня слушаешь. Для чего? Чтобы когда нужно, мы с тобой сделаем глубокий вдох, вспомнишь, как мы работаем. И на выдох мы сделаем сам прокольчик. Ты пока выдыхаешь, я успею сделать этот прокол, это не пупок, там не надо так долго идти, просто там очень быстро пошло. Почему плоскость иногда бывает задавать неудобно? Потому что мы это не там. Но если мы вообще все не подключим, то каждый раз как я буду. Если не хочешь, когда случилось, то это можно было. Да, это как в пупке, только в носу будет. Оно, с одной стороны, лучше фиксируется, то есть оно не так легко раскручивается, как шарик. Но, с другой стороны, если сама где-то потеряешь, то будет тяжело вставить. Поэтому мы будем регулярно подключивать. Я покажу так, то есть будешь контролировать, хорошо? То есть у тебя сейчас тебе нечего волноваться, потому что я все здесь сама сделаю. Тебе только вдох-выдох. Вот когда выйдешь отсюда, и надо будет уже начинать ухаживать, вот тогда можешь начинать нервничать. Пока что я все сделаю сама, хорошо? Я на цели уже не знаю. Выброшь все. Я сейчас сломаю его. Выдыхай, выдыхай, расслабься, чем сильнее расслабишься, тем круче вообще быстро подключится. Ты офигеешь, это насколько это быстро и легко. Покажи мне на камеру, если ты так волнуешь, я этот шарик. Видишь, колечки зацепались. Ну что, все понятно, предельно ясно. Понятно. Ну, Татарбурга. О боже, мне прокалывают нос. У меня некоторые тут есть девочки, которые годами выкрашивают родителей. Божечки, даже не знаю, какая не прокалывается. Ну, опять же, я тебе еще раз не понимаю, ты справилась с кубком, кубок больнее. Больнее, потому что сама сережка больше, иголка больше. Мне кажется, что она сейчас у нас будет больнее. Если ты себя так честно строишь, то 100% будет. Ты же решаешь, что ты чувствуешь, а не вот что-то. Я тебе могу только объяснить все. А что чувствовать, ты уже сама выбираешь. Подъезжай ко мне и правой коленкой, возьми правую коленку. Еще чуть-чуть ниже. Это понимаешь, такой сосночек, если будешь собирать, то у меня съехала, я тебя зафиксирую. Поэтому зафиксирую. Хорошо? Так. Давай, минуточку выдох, и я готова. Я могу уже начинать. Пока.
улыбаться, если я буду проявляться. Если ты пока не прокалываешь, лучше ничего сильно не кандидат. Почему? Потому что она же тоже двигается. Ты волосы чуть-чуть не надо. Я не буду тебя давить. Давай, выдыхай, на секундочку давай расслабься. Одну минутку мне дай расслабление, потом больше 5 дней научишь, хорошо? Одну минутку можно? Я возьму. Выдыхай, и вот прям как я спокойно выйду. Настроилась? Я голову уже чуть-чуть. Могу начинать? Хорошо, приступаем. Я все буду озвучивать. И тогда, когда вы что-то зафиксируете, голову назад, мне это будет хорошо. Хорошо? Ладно, выполняю. Все, мало, я пускать не буду. Страшно. Хорошо, я тебе все скажу. Пока еще даже ничего не делаю. Эй, больно. Я еще ничего не делаю. Я только держу твой нос. Да, больно. Так, давай быстрее сделаем, чтобы больно не было, окей? Ой, страшно. Ты готова? Успокойся. Не знаю. Я фиксирую. Я скажу тебе, когда делать вдох, выдох, окей? Подготовлюсь. Делаешь глубокий вдох и выдыхаешь. Все, есть выдыхание. Осторожно, не делайся, у тебя внутри булочка. Расслабляй, потому что то, что ты сжимаешь, оно сжимает носик, тебе от этого больно. Поэтому надо расслабиться. Мы уже все сделали, я уже тебя вытирала, видишь? Быстрее. Все, переходи, сижу. Сейчас красиво тебе. Повытираю, походку, вот эту фазу. Вот это самое веселое. Чаще всего один только слезится, но нередко прям попал. Нет, я заслезилась два, но именно как из этого. Капелька пошла именно из этого, да? Ну что? Реакция девочек. Мама, это уже почти. О, больно. Расслабляйся. Я улыбнулась, больно. Сейчас холодненько. Ты же понимаешь, когда прокол сделался, когда побежала кучу, то у нас добились, естественно, температура. И вот реально молодец. Я его сейчас немножко охлаждаю. Все правильно, ты все правильно сказала. Мы же сверху начинали прокол. Ну, как щекочет. Сережка, ну, ты же она там щекочет, у меня поэтому щекочет. Я бы сверху я просто не знаю. Ладонечки. Можно, можно. Ничего с тобой не будет. Надо. Ну что, ты так чувствуешь, что ты зачувствовала, как ты прихватишь сейчас?
потому что тебе тоже не будет. Видишь, я там в анимации записала, там все. То есть, да. Расслабляйся, если ты так не сможешь встретить выходные. Вот когда начинаешь что-то в нос сувать, что-то потереть. Что за девушка у нас такая с пирсингом носа появилась? Не нравится? А ты что думала, не будет блестеть? Все закрасим. Красиво. Ну что, слушаем? Печет. Печет. Итак, ощущения во время прокола и после прокола. Во время прокола было, ну как, не сильно больно. Было больно, когда сдавливали этими щипчиками. А так прокол, как мне кололи иголкой, я особо не чувствовала. Но после того, как убрали щипчики, прошло некоторое время, и мне начала пульсировать и неметь, как вот эта часть, правая часть лица. Ну, а нос вообще не болел. Именно вот как щека и вот здесь вот, чуть-чуть. А вот нос вообще не болел. Очень странно, я не знаю даже почему. Но потом у меня чуть-чуть начало идти покалывание, но потом оно быстро прошло. Но моей маме стало очень плохо, у нее начала кружиться голова, ей вынесли водички и на шатырь. Это было очень, короче, жестко, короче, трэш полный. И поэтому внимания на нос я особо не обращала, а переживала больше за свою маму. Поэтому нос я особо не чувствовала. После прокола я пошла потусила с девочками, поснимала для вас видосики, потом приехала домой и начала обрабатывать. Я брала ушную палочку, макала ее в хлоргексидин и вот так вот изнутри убирала кровь, там, короче, промакивала. Потом брала спонжик, разделяла его на половинки, мочила его, складывала пополам, такой как овальчик, как улыбочка, и пыталась вот так вот завернуть, как солнышко немножечко. Вот. И когда я это делала, было больновато, поэтому пришлось терпеть. На этом мой влог подходит к концу. Всех люблю, всех целую, а полное заживление я буду показывать в своем инстаграме. Вот он, поэтому подписывайтесь. А, кстати, вот мой лайк. Там, может быть, тоже буду загружать, как заживал. Поэтому всех люблю, пока-пока!